Новый мост откроют в Амгинском районе. Он находится на участке Битюнь-Усть-Мая. Торжественное открытие перехода через реку Хатуя состоится 25 октября. Длина объекта 33 метра. Мост начали строить в феврале этого года. А в данное время на участке работают 12 человек. Сейчас мы находимся на объекте. У нас здесь мост через реку Хатуя. Длина моста 33 метра. Один пролет у нас здесь. Вот буквально недавно мы закончили укладку фибробетона. Сейчас выдерживаем в определенной температуре. Остались буквально у нас подъездные подходы и барьерное ограждение с перилами. И буквально в конце этого месяца планируем открытие моста.